На мой взгляд, красота — это эстетическая составляющая, и если даже мы будем с вами рассматривать искусство, то искусство, оно невозможно без красоты и без внутреннего содержания. И, на мой взгляд, красота внешняя и красота внутренняя, они идут всегда рука об руку, и если у человека красиво только внешняя обертка, да, а внутреннего содержания нет, то красота уже теряется.